И снова к информации в социальных сетях. Сообщение о массовой травле собак появилось сегодня. Его активно обсуждают. Действительно ли это так, прокомментировали в администрации. Уважаемые горожане, сегодня в социальных сетях появились провокационные материалы о травле собак в Междуреченске. Фотографии, выложенные в интернет, не определяют точного местонахождения. Это может быть любая местность. Официально заявляем, что травлей безнадзорных животных специализированные службы города не занимаются. Досадно, что накануне такого близкого сердцу каждого междуреченца праздника пытаются задеть за самые уязвимые места, то есть дети, старики и животные. Уважаемые междуреченцы, нам с вами совместно необходимо оставить за социально ориентированным городом звание «Жемчужина Кузбасса».